мы запустили инкубатор вместимостью 45 тысяч яиц. Вчера мы сделали закладку 25 тысяч яиц. Тем самым мы себя обеспечим своим цыпленком. Завезли мы яйцо Саратовской области с ООО «Возрождение», холдинг «Русское поле». По качеству и по всем показателям они соответствуют. То есть до этого мы брали живого цыпленка. Ну, ушли от этого. Почему? Потому что бывает сбои в поставках цыплят, особенно весной. В данный момент у нас сейчас все заработало. Мы полностью себя обеспечим цыпленком. В ближайшие два месяца мы запустим еще два инкубационных цеха вместимостью 90 тысяч цыплят. Если погоду, то в целом где-то около 2 миллионов цыплят мы можем продавать населению.